Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Главная тема сегодня – дом-музей Левитана в Плесе. Кража 5 полотен кисти великого художника в 2014 году шокировала общественность. Не меньшей неожиданностью стала информация о том, что картины нашли, причастных к преступлению задержали. Следствие еще идет. Полотна сейчас на экспертизе в Москве. Специалисты определят, нужна ли им реставрация. А тем временем наша съемочная группа побывала в Плесе, чтобы посмотреть, как готовится музей к встрече с шедеврами. Несказанно счастливы. Весть о том, что картины нашли, для сотрудников Дома-музея Левитана оказалась сродни новогоднему чуду. Когда мы услышали об этой новости, это было в конце декабря, вот в таком счастливом шоке пребывали весь Новый год. Все праздничные дни отзвонили нам пол Москвы. И поздравления присылали на наш электронный адрес. Я едва успевала на письма отвечать. Случившееся подвигло принять дополнительные меры для сохранности произведений искусства. После кражи был проведен ряд комплекс мероприятий по усилению степени безопасности в экспозициях музея. И проведена работа по укреплению строительных конструкций. И сейчас у нас появилась физическая охрана. Последнее нововведение совсем не лишнее. Несколько лет назад посетитель музея хотел испортить одну из работ Левитана. Это было во время рабочего дня, и пытались вырезать картину из рамы. Пострадали сотрудники, вот Ольга Викторовна пострадала, ей прыснули в лицо из баллончика. Очень хорошо сработали смотрители, именно сотрудники музея сработали оперативно и качественно, выполняя свои должностные инструкции. Климат-контроль в музее тоже строгий. Особый температурно-влажностный режим поддерживается в норме во всех экспозициях Плесского музея-заповедника. Отклонения допускаются не более чем на 1-2 градуса. Иначе происходит набухание красочного слоя, прожухание лака, набухание картона. И если повышенная влажность, может даже образовываться плесень, ну или другие биоповреждения. Чрезмерная сухость, она также вредна, то есть происходит растрескивание красочного слоя, высыхание основы, холста, деформация основы. Сотрудники музея говорят, что оттока посетителей после исчезновения картин, вопреки ожиданиям, не случилось. Нездоровое любопытство у отдельных людей есть. И покажите, где висело и где эти пустые места. Нет у нас пустых мест. Мы сделали реэкспозицию, да, и, конечно же, показали по максимуму то, что мы имеем в наших фондах. В залах висят не репродукции, а подлинные работы. Сейчас в коллекции музея с учетом похищенных, но теперь уже найденных, 23 полотна признанного мастера. Это дары музеев и приобретения из частных собраний. Вот у меня за спиной пейзаж, крымский пейзаж летом. Вот один из наших жемчужин нашей коллекции. Видите, размерами своими центральное место в экспозиции занимает им. Тема такая удивительная. Левитан оказался маринистом. В 26 лет первый раз увидел Крым, Черное море. Это была его мечта. И вот первое путешествие и сплошные восторги. В письмах к друзьям одни восклицательные знаки. Черт возьми, как хорошо здесь. Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо. Там кипарисы, там магнолии, там глициния цветет. И друзья даже написали, зачем тебе все это? Возвращайся, тебе нужно ближе к северу работать. Там небо выразительнее. А у него и здесь очень выразительное небо, видите, да? Такое движение облаков, вот это вот ритм такой легкий. Тремоло, как говорят музыканты, вот. Дрожание такое, переживание какое-то привносит в картину. Чем Левитан отличается? Настроение, переживание. Погоду схватил. Погода – главный носитель человеческих настроений, как он говорил. А еще музей располагает личными вещами Левитана. Стол и шкаф из мастерской художника ждали реставрации четверть века. Зато запачканный красками мольберт мастера сохранился превосходно. Чтобы он не пустовал, видите, мы оживили мольберт репродукциями.
вот здесь такой живописный беспорядок создали. И одна из репродукций – это картина, которая хранится сейчас в частном собрании в Москве. Мы бы мечтали ее когда-то купить. Ее в первый раз видят в репродукции. Владелец разрешил нам репродуцировать. Теперь, пока полотна находятся в реставрационном центре, остается только ждать и верить, что с ними все в порядке. И скоро картины займут свои почетные места в зале небольшого уютного дома-музея, где Левитан провел 3 летних сезона. Из шахтеров в актеры. Эта рифма не для красного словца. Так действительно бывает. Творческий путь Александра Серкова, ведущего вокалиста музыкального театра, заведующего труппой, складывался непросто. Много лет назад актер и не мог даже представить, что четверть века отдаст сцене одного театра. Сегодня у нас в гостях Александр Серков, солист-вокалист музыкального театра, ведущий мастер сцены. Александр, на этой сцене вы уже 25 лет. С каким настроем вы пришли к этой дате? Ну, настрой всегда волнительный, как в таких случаях, как говорят. Вот, потому что 25 лет, мне, честно говоря, не верится, что уже прошло четверть века, как я посвятил себя ивановской сцене. Я этому очень рад, потому что и как актер я тут возмужал, вырос, в общем, сложился. Вот. И, конечно, 25 лет они обязывают соответствовать тому уровню, который уже достигнут, и уровню нашего театра. Вы сразу решили стать актером или были какие-то метания, какой профессиональный путь выбрать? Ну, я вообще-то, так сказать, не выбирал себе профессии, потому что я воспитанник детского дома. Вот, и у нас, как правило, никто не спрашивает, кем мы хотим быть или куда бы хотели пойти учиться. Я хотел быть художником. Я очень хорошо в свое время рисовал, занимался оформительством. Вот, и я хотел поступить в художественное училище. Но жизнь сложилась так, что меня из детского дома отправили на Украину, и я стал по своей первой профессии шахтером. Я закончил горное профессиональное училище, вот, и стал электрослесарем подземным 4-го разряда. Вот до армии я работал на шахте, был шахтером. А как же вы стали актером? Ну, я любил петь, этим занимался очень много. Вот сначала, начиная с детского дома, и там самодеятельность у нас была, и в ПТУ я учился, у нас и конкурсы всякие были, мне приходилось там выступать, петь, и вот и в армии то же самое, и в ансамбле я в своей части, где я служил, и оформлением занимался часть. А потом ребята мне посоветовали, говорят, ну что ты будешь? Ты же не будешь возвращаться на шахту. Давай уж по любимому делу. Вот. И они мне посоветовали в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа. Я туда прослушался. Я на сверхсрочно остался, потому что на шахту возвращаться не хотелось. И мне пришел оттуда вызов, ну, точнее, приказ в часть. И меня откомандировали в распоряжение ансамбля. И я там 2 года прослужил. Мы объездили весь Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Приморье. Ну, а когда у меня срок закончился, 2 года, также ребята мне посоветовали, говорят, ну, что ты будешь сидеть без образования? Поешь ты нормально, но тебе же нужно учиться. И, в общем, за меня ребята написали письмо в ближайшую консерваторию, а это была Новосибирская консерватория. Мне оттуда пришли требования, которые требуются для поступления в консерваторию. И, в общем, я уволился и поехал в город Новосибирск. Каким образом вы оказались в Иваново? Первый мой театр, такой республиканский музыкальный театр в городе Сыктывкаре. Я там 3 сезона прослужил, спел и сыграл 17 ролей. За 3 года. А потом получил приглашение в Иваново. Вот. Здесь вы считали, сколько ролей сыграли? Ой, вы знаете, ролей очень много. Я думаю, что где-то около 50, это как минимум. Роли, конечно, совершенно разные. Вот. И певческие, и характерные, и комические, и лирические, и простаки. Вот. Ну, сейчас, конечно, дорос до героев. Хотя я и когда пришел в этот театр, мне сразу дали партию и роль Гвида. Тут ставили спектакль «Ночь Венеции». И вот я туда вводился, в этот спектакль. А следующий спектакль был спектакль и оперетта «Корневильские колокола, планкета».
Вот у меня там тоже была главная, одна из главных ролей, Гринише, тенор там. Там есть и герой баритон, основной маркиз де Корневиль. А вот у меня была вторая партия, тоже сложная достаточно. Вот я с этих двух партий я начинал. Что вас вдохновляет к творчеству? Ну, вообще-то, конечно, любовь к театру, любовь к жанру и любовь к музыке вдохновляет в первую очередь. Вот, потому что я люблю свое дело, люблю это, люблю петь, люблю актерскую профессию. Вот, и мне, конечно, в первую очередь желание работать, желание донести до зрителя то, чем я могу, так сказать, в лучшем виде выступить и преподнести и пением, и игрой актерской. Вот, и, соответственно, в разных ролях требуются разные совершенно приемы, краски, возможности голосовые разные. Так что в этом смысле мне профессия эта очень нравится, и я рад, что я, хотя у меня образование оперный певец, концертно-камерный певец, но вот жанр оперетты мне настолько близок и стал родным, что вот я решил посвятить себя этому жанру и данному театру. Профессия актера, известна всем, отнимает очень много времени. А как же семья относится к такой вашей занятости? Ну, я много лет был холостяком. Вот, и, конечно, когда уже стал работать основные их героев, вот, ну, так сложилось, что я понравился. Ну, я многим тут нравился, и многие выказывали ко мне свое расположение. Ну, вот, мне повезло, мне полюбила прекрасная девушка, и я в итоге тоже ее очень полюбил, Екатерина Агафонова, сейчас она Екатерина Серкова, также работает в нашем театре, заведует сайтом театра, в общем, пропагандирует наш жанр, пропагандирует работу актеров. Теперь у меня семья, я стал трижды папой, это тоже меня взбадривает, бодрит и придает определенные силы, и, так сказать, в эмоциональном плане я в этом обогатился, конечно, потому что семья, любовь, они первые, что дают стимулы к труду и к творчеству. Спасибо, что нашли для нас время. Желаем вам творческих успехов и благодарных зрителей. Спасибо, и вам большое спасибо. Гораздо приятнее пить чай из посуды, сделанной вручную. Не просто потому, что вы затратили на нее время, вложили свою душу. Работа с глиной оставляет незабываемые впечатления. Проверено на личном опыте. В нашей постоянной рубрике «Мастерская» репортаж о гончарном деле. Есть в Иванове замечательная мастерская, где не только научат работать с глиной, но и дадут исчерпывающую информацию об этом удивительном природном материале. Ее основатель Василий Соколов премудростям работы с глиной обучался в Питере, а потом решил попробовать создать особое творческое пространство и в нашем городе, где очень быстро собралась команда единомышленников. Купили печь и начали вот потихонечку делать первые модельки, первые чашечки. Потом стали друзья приходить в мастерскую. Всем очень нравилось, как это, ну, свои чашечки сделать своими руками. Вот. Потом места стало все меньше и меньше, и меньше, и меньше. И пришлось найти помещение побольше. Сама собой пришла идея не только делать посуду, но и проводить мастер-классы для всех желающих. Тем более с такой задачей способны справиться даже дети. Им особенно нравится работать с глиной. Где, как ни в мастерской, можно испачкаться, но за это не поругает, а наоборот похвалит. Технология отливки в гипсовые формы идеально подходит для тех, кто не любит лепить долго. Ее придумали очень-очень давно, когда стали делать гипс. Разжижали глину, ну или фарфор в Китае, вот, до жидкого сметанного состояния. И потом его заливали в формы, в гипсовые. А гипс хорошо впитывает влагу и позволяет сделать тонкостенный предмет. Этот метод удобен для тех, кто любит заниматься оформлением уже готовых изделий. Делать такую посуду достаточно быстро. Тут у меня гипсовые формы. Как раз это две китайские чашечки, колокольчик и еще треугольная чашечка тоже для чая. Вот это делается все приблизительно так, заливается, и какое-то время форма сохнет, набирается черепок.
Вот. Гипс впитывает влагу, и потом это все, остаток сливается, и остается уже готовая чашечка. Опытный мастер знает, как избежать возможных ошибок, чтобы изделия получились качественными. В работе с гончарным кругом тоже есть свои тонкости. Чтобы получилась вазочка, нужен комок глины без воздуха, а руки надо обязательно намочить, и только потом приступать к центровке изделия. Сначала надо поднять пирамиду. Всегда. Ну, с первого раза я хочу сказать, ни у кого не получается. После того, как мы центровали изделие, мы как бы намечаем, где как бы будет наше отверстие. Главное все время, чтобы не было срывов. Вот это очень большая ошибка. Теперь мастеру остается только поднять стенки. Для тех, кому работа кажется сложной, лучше начинать знакомство с глиной вручную. Признаюсь честно, никогда не лепила из глины, но, думаю, настал тот момент, потому что побывать в мастерской и не поработать с этим материалом, мне кажется, преступление. Конечно, естественно. Ты ведь первый раз лепишь. А это значит, что ты почувствуешь всю силу земли, глины. Мы с тобой ощутим, вот видишь, посмотри, на столе лежат разные виды глины. Вижу. А это все называется пластичная масса. Почему разный цвет? Разный цвет из-за добавления разных оксидов металлов, алюминия, титана, меди и прочего. Мы будем работать с тобой вот из этой, из белой глины, она добывается на Донбассе. Для того, чтобы приготовить глину к работе, нам нужно добиться, она как бы уже пластичная, я ее размяла для тебя, она должна приобрести такой приятного пластилина. Такая как бы кремовая. И для меня главный фактор готовости глины, когда она, знаешь, она отлипает от руки. Вот ощути вот всю вот эту вот прелесть работы с глиной. Вообще глина – это такой интересный материал. Из глины можно создать предмет искусства, который пригодится в быту. Картина – это красиво, ты повесишь ее на стенку, а кружечка, из которой ты будешь пить чай и всем говорить, что я сделаю ее сам. Вот это интереснее уже. Для того, чтобы подготовить глину к работе, нам нужно выбить из нее воздух. Потому что во время отминки скопившиеся пузыри остаются в глине. И при обжиге изделие может лопнуть и дать трещину. Как его выбивать? Это? Вот смотри, мы кладем в ручку, а другой стороной ладошки мы вот такими круговыми, мы круговыми движениями, как бы я замедленно покажу, мы выбиваем. Я тебе могу сказать интересную такую вещь, то, что после работы с глиной кожа становится очень приятной. Но нужно не забывать ее, конечно, увлажнять, ведь мы, женщины, знаем, как важно, когда руки красивые. Ну, кроме того, могу сказать, что это развивает моторику. Мышцы становятся крепче, все точки задействованы. Это очень полезно. Ты вкладываешь энергию в глину. Действительно, могу сказать, что это работает, потому что ни в коем случае нельзя работать с глиной, когда ты злой. Потому что я лепила один заказ, он разорвался в печи. Мой злости. Глина готова. Вот она такая у меня равномерная. У меня не такая, конечно же. Ты сейчас попробуешь. Так, давай мы с тобой попробуем слепить маленькую чашечку техникой просто отминки. Какая в конечном итоге получится вещь, зависит от многих факторов. Не только от фантазии, опыта, но даже настроения. Можно сделать рельефный рисунок, а можно оформить изделие ангобом, специальным составом из пигментов, воды и глины. Разведем цвет. Здесь у нас фаянсовый шликер – это тот же самый материал, из которого была произведена отливка. И мы его разведем с этим порошочком. И получим красочку, которой сможем дальше покрыть. Вот, получилось такое розоватое, но при обжиге оно потом будет ярче. Перед тем, как покрывать изделие пигментом, мы его протрем. У меня тут вода. Протрем губочкой, чтобы не было никакой пыли снаружи, изнутри. Вот. И теперь мы можем его покрывать. И тут у людей могут возникать вопросы, как мы это будем делать, как мы будем что расписывать. Иногда делают эскизы,
У кого идей совсем мало, в книжке можно посмотреть народные орнаменты, там еще что-нибудь выбрать, то, что нравится. Ирина признается, что больше любит импровизировать, когда оформляет готовую посуду. После того, как на нее нанесут орнамент и покроют глазурью, чтобы изделия не впитывали влагу, их отправляют на обжиг. Это самый волнительный момент, потому что оказаться браком может треть всех заготовок. Поэтому, если все получится, радости нет предела. А глина еще долго будет помнить тепло ваших рук. Некоторым экспонатам в коллекции музея Бурыльна могут позавидовать даже столичные музеи. Не везде есть, например, работы Карла Фаберже. Имя известного российского ювелира ассоциируется прежде всего с пасхальными яйцами. Но в золотой кладовой нашего музея есть совсем нетипичный для мастера предмет – серебряный ковш. Этот экспонат весом более 3 килограммов попал в музей в советские годы. Его обнаружили среди имущества, конфискованного у фабрикантов. На ковше выгравирована надпись «Правлению товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры от торгового дома «Кноп» 1880-1905 годы». Как оказалось, этот предмет был подарен правлению фирмы в честь 25-летия сотрудничества. Торговый дом «Кнопов» поставлял ткацкие станки и паровые машины на различные фабрики, в том числе ивановские, и сотрудничество это было весьма удачным. И вот в 1905 году Федор и Андрей заказывают у Фаберже вот этот ковш в честь 25-летия удачного сотрудничества. Здесь как раз вот эта цифра здесь и присутствует, 25. Ковш интересен и тем, что для фирмы Фаберже он достаточно крупный предмет. Все-таки ювелиры предполагают изготовление миниатюрных, небольших каких-то предметов. Но вот эта форма древнерусского ковша, она появилась не случайно. В конце 19-го, начало 20-х веков возникает мода на древнерусскую историю. При дворе Николая II проходят костюмированные балы, в которых приглашенный на бал одевается в костюмы первых Романовых, и в том числе в качестве подарков начинают производить братины и вот такие ковши. По бокам серебряный ковш украшен 8 аметистами. Считалось, что этот камень предостерегает человека от пьянства, а внутри изделия покрыто позолотой. Доказательством подлинности служит клеймо на дне изделия. Вот такая история. Шуи в этом году на светлой пасхальной неделе возобновят давнюю традицию, позволят подняться на смотровую площадку колокольни. Напомним, что на время реставрации она была закрыта, а 22 апреля доступ снова откроют. Именно в этот день в Шуи впервые состоится праздник колокольного звона «Звуки Пасхи». Он пройдет на Театральной улице, которую на время перекроют. Там обустроят сцену и начнут торговлю сувенирами, а также продукцией приходских хозяйств. Программа праздника обширная. Выступление творческих коллективов, плюс, конечно же, это колокольные звоны, которые будут организованы непосредственно на колокольне Воскресенского собора. Звонить, да, представлять внимание колокольные звоны будут звонари нашей Шуйской епархии. И в процессе творческой программы у нас будут еще организованы различные мастер-классы на территории самого праздника. То есть мы предложим жителям, гостям города сделать куклу-закрутку, лошадку из лыка, будут мастер-классы по сухому валянию и так далее. На этом все. Новый выпуск передачи «Культурный слой» ждите ровно через 2 недели. До новых встреч!